Не шевелись. Все в порядке. Спасибо. Это был прекрасный день. До встречи. Пока. Приветик. Привет. Приветик, все хорошо? Очень хорошо. Он такой спокойный. Да, спасибо. Спасибо. Я могу погулять с ним в следующий понедельник? Да-да, без проблем. Хорошо, ладно, пока. Пока-пока. Ну что, доволен? День в парке. В ролях Шарль Дюваль, Эмилия Жильбер и другие. Режиссер Оливье Жильбер. Идея Мартин Аслен. Оператор Габриэль Кисла.